Здоровенькие булы, граждане и гражданки, с вами я, Маритур, а значит, вы у меня на канале, и погнали! Новый видос из рубрики LBZ 2.0, и теперь у нас, в общем-то, Альянс и ЛБЗ на Химеру под названием, ну да, Альянс, цифра 6, оглушительная тишина. Что же здесь необходимо сделать? Нужно оглушить технику противника суммарно на 150 секунд, за счет идет потенциально длительность оглушения. Ну и плюс, для того, чтобы сделать основное условие, нужно, чтобы союзники уничтожили 2 единицы техники противника, оглушенных или обездвиженных вами. В принципе, немного, вполне так себе нормально. Что же нужно для того, чтобы выполнить эту ЛБЗ с отличием? Нужно уничтожить противника, ну или захватить, или затащить, защитить базу. Ну что ж, погнали. Это америкосовская арта М5355. Это, как вы видите, карта под названием Песчаная река, и, соответственно, погнали смотреть. Итак, как вы видите, по центру у нас проходит 110Е4, к нему присоединяется ВК-100-01, естественно, полетела плюха и залетает, в общем-то, достаточно неплохо. 777 суммарно с двух сразу танков, в общем-то, откололось. 38 секунд по оглушению. Ну давай, что, не будем мудрствовать лукаво, постараемся успеть перезарядиться и дать еще один шотик по этим друзьям. Получится? Да ну я думаю, что может и получиться. А может быть и нет, если бы они заочкуют и свалят. 110-го я вижу. В общем-то, по нему тоже было бы неплохо отстреляться. Свожусь, перезаряжаюсь, прицеливаюсь, полетел снаряд. Да, далековато улетел, но тем не менее, в общем-то, уже 52 секунды осталось, в общем-то, еще 100 секунд. Тем более стреляют, 472 урона по моему, скажем так, ассистированию. Ждем дальше. Итак, что, будем контролить дальше 110-го, пусть он тут не ездит, ни к чему нам, в общем-то. Тем более, если учесть, что наша команда проигрывает и по ХП, и по количеству фрагов. Как вы видите, только что 110-го унесли в ангар, но тем не менее, 907-й, кстати, неплохой игрок, борется у нас с 57-м. И, в общем-то, выходит, да, достаточно неплохо из этого, скажем так, да... Ну, до свидания, короче, 257-й, и на очереди у нас P-44 Пантер. Ну что, свожусь. Затаим дыхание, и посмотрите, Шкода Т-50 проходит у нас по низу, пытается что-то сделать, но против нее, посмотрите, тут перед ней гриль выстреливает, но промахивается. Ну что ж, подождем, может быть, все-таки я ох ты, посмотрите, как только что наша арта отстрелялась, и 388, посмотрите, наносит грилю, в общем-то, выхлоп, еще один, подъезжает Проджетта 65, ну все, грилю уже, в общем-то, не сдобровать, и действительно так оно и есть, гриль уносится в ангар. Так, я понимаю, что здесь у нас складываются, в общем-то, не в порядке такие нездоровые взаимоотношения, потому что вроде бы как техника противника уже стремится к нашей базе, а там у нас и Миль-1, и 907-й, ну а у них там, в общем-то, тяжелый танк и Проджетто 65. Ну что, кто кого? Наши 907-й или все-таки... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Маритурус, как же ж так же ж? Нельзя так делать, нельзя, в общем-то, тратить снаряд впустую, как сейчас это произошло. Но, тем не менее, Проджетто 65 в ангаре, у меня выполнено одна частичка условия основного, и осталось, в общем-то, еще... Блин, ну довольно так неплохо еще пострелять. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, как дико быстро уносится в ангар противник. Так, и я тут понимаю, что нужно как-то подъехать так, чтобы брать злодеев. И посмотрите, впереди Е110, Е4. Ой, как он хорошо подъехал. Сейчас он получит от меня плюху. Ну, чемоданчик заказывали? Заказывали, но чемоданчик вышел так себе, на 195 всего лишь, но зато приблизился я, в общем, к выполнению основного условия. То есть 103, осталось еще 47 секунд на бабахать для того, чтобы выполнить
основное условие. Да, ну и нужно еще потом, не забывайте, что нужно еще победить. То есть желательно, конечно же, не проиграть для того, чтобы выполнить дополнительные условия. Так, ну что, свожусь на ВКшку. ВКшка откатывается, ну это понятно. Подочковывает чувак. Наш 263-й борется против... уже не против кого, поскольку тот уже ушел в ангар. Так, 44-ка, что ты у нас будешь делать? Ты у нас будешь умирать. Мика 800 отправляется моим точным выстрелом в ангар. Ну, туда ему и дорога, в общем-то, пускай все враги отправляются в ангар, как только увидят Маритуруса. Да, кстати говоря, вот за это обязательно поставьте сейчас лайкосик. Если вдруг вы не подписаны, то обязательно подписывайтесь на канал, потому что будет дальше интереснее. А дальше у нас на очереди либо ПТ-шечки, либо ВК-шечка. Потому что я думаю, что не успею я до арты там ничего сделать. Ну что, ВК-шечка, выкатывается на ВК-шечку наш ИС-3. Так, пум-пум-пум, ой-ой-ой. Подожди, чувак, подожди, не подъезжай к нему близко. Сейчас я ему тут бабахну. 340 от него отваливается, плюс ассистирование и 121, в общем-то, приносит мне этот выстрел. Стреляет по ВКшке наши, но что-то как-то у них что-то не складывается. Не получается, и посмотрите, ба-бам! Да, задавил его 50 ТП. Мне кажется, он сам себя больше снял. О, арта, здорово, а чё ты тут стоишь? Чё тебе грустно, да? Ну, сейчас я, в общем-то, сведусь, и, может быть, тебе не будет так сильно грустно. Так, еще одна арта, Лорейнка сваливает. Полетел, в общем-то. Не знаю, попал, не попал, надеюсь, что попал, но показывается пока что 121. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, противников все меньше. Но видно, что, в общем-то, все-таки я попал по арте, накрыл ее выхлопом. И поэтому, возможно, я уже даже выполнил основные условия. Ну и дополнительно осталось выиграть. Да, кстати, я же убил. Там же нужно было кого-то завалить. Я же завалил 44-ку. То есть дополнительные условия я тоже выиграл. Осталось только победить. Ба-бам! 136. Ну, понятно, что там уже было. Так что, в общем-то, все заносится мне, в общем-то, в зачет. Ба-бам! 1521 уже и 2000 по дамагу. Согласитесь, для арты это достаточно, не то чтобы совсем неплохо. Но, в общем-то, так себе пойдет. О! Все! Все лопнули, и что? Маритурус, в общем-то, показывает, что типа того не выполнил. Но на самом деле я же по арте отстрелялся, поэтому точно выполнил дополнительные условия. Да иначе видео бы не было. 1805 Win8 на арте. Ну, это, я вам скажу, достаточно неплохо. 2000 по дамагу, 1780 по ассистированию. Так что это зачетный бой, он обязательно тянет на лайкос. Обязательно ставьте лайкос, играйте на арте. Чтобы будоражить умы всех остальных. Поэтому всем удачи, всем пока. Да, чуть не забыл, подпишитесь на канал, поставьте там еще этот колокольчик, нажмите, чтобы новые видосы сразу видеть, как только они выходят. Поэтому всем удачи, всем пока и до встречи.